Да ё-моё! Евгений, это все мы подаем.
пошел слева на Е. Собака. Ну, мало ли, вы не что он настолько недалеко, как будто...
Thank you.
Он правой рукой еще и брал его в голову, двумя ногами. Я говорю, даже не в коридор, скорее всего, не делал. Ну, что он говорит? Вот примерно так. Нет. Нет. Он просто его брал, вообще, залпом, он, говоря, выбивал, он вот нет. Прям можно было ему бам! Молодец. Надо. Вот так вот. Я
Там. 9-11. Мне что, тут стоит? Вот это не вообще. Мне вот правая рука вообще. Блин, а у меня-то тут левая. Да, 0-1, как я плохо бил. Да ладно, нормально бил. Не, я Коля сначала сказал. Это не надо. Прям в уголок.
Очень странный прием. Я просто...
Почему? Можно.
8-8, да, извините. Сейчас 9-8. Ваши пункты. Ну, правильно? Правильно, да. Ладно, пусть 1-9.
Вот это да! Вот это не надо. Так, лови. Чтобы человек успел закинуть. Нормально.
что внутри. Ветер справа. Справа, когда дует. Но все равно. Легко. По 4. По 4. 4. Out.
Thank you.
если это одиночек сыграть, то будут люди против персонала. Попасть-то можно.
Бака, да под право.
Вот туда. Да. Да, это умный. По-моему, да? Thank you.
9-1. Так, ты сказал, я впереди.
Конечно. Раз за разом. Направо, направо. Иногда играть налево, но я так решаю. А я. Бумой. Вот и все! Как это просто, так оказывается, мы, да? Мы все выиграем слишком много. Так, мы так выиграем. А так мы вообще будем рвать. 86. Нет,
Стоял, ты чего? Ты вот тебе, тебе шаг просто сделать. Нет. Да ты пробил бы его! Да, если бы у меня ракетка была бы. Да, все, ты не бейся от него. Что такое?
Пёр. Нет, Олег, я же не попал. Даже попасть. Ты теряла возможность тренироваться. Выйти на пике формы. Да нет, надо было остаться. Ну да. 9-6.
Коля, я понял, почему вот ты сейчас не взял. Ты ракетку перехватывал. В какой-то момент она у тебя как-то вот здесь. Я сначала хотел сделать атаку, потом понял, что не успеваю, иначе перехват дойдет под сот. И в итоге вообще что-то непонятно. И в итоге, конечно, не успел вообще никак. Есть пара мисс сейчас в ТП, которые перехватывают справа слева. Ну тут если они слева бьют, лево разбудят, да, да. Справа рукой. Мало как и по-другому. Ну, они там. Это не из первой десятки. Так вы выкроете. Thank you.
назад. Попал. Да? Да. Пошел чуть до, но я пойду потом. Добраться до вот все равно. Впереди.
1-0. Четыре, один. Ух, как я!
бережем. 18-9. Хорошо защитил Олег. Может быть, перелетит? 10-18. Так, кому? Хрень, а? Оль, зачем ты так отправил? 19-10. Один-один. Олег, раньше надо было. Ты укоротил, себя ведешь. Леша подбегает, ты идешь назад. Зато аутов не будет. Какой, да? 2-2. Олег, что это за прием? Я специально оставил назад. 3-2. Thank you.
Молчать. Сейчас они решили взять. Шесть один. Играй. Там не знаю, может уходил в коридор, то что через сетку. Нормально. 7-1. Мне кажется. Нет, оно не поле? Попал тоже. 14-1. Да, Леша, зачем ты? Сейчас надо было открывать. Ну я не решу. Поле? Да. 6-1. Это было интересно. Все отбил, и как, когда все не получилось, каким-то чудом перевести или в атаку. 15-19. Нет? Да.
Нет, Олег, все, это снега больше сухую. Сухую, давай. Сири, солнце, сразу без раскачки попадаешь на плюс. Фух, кстати, если тебе интересно, то есть я прошел с секир. Все, Олег, тогда это не переводи мне. Хорошо. С меня 100 рублей. Ну, 700-600, да? Да. Сколько еще раз надо? 3-2. Олегу? А? Да, да, да. 3-3. А
мы последние, вот, вот удар оттуда, мы последние две тренировки отрабатывали. 4, 1, 2. 4, по-моему, нет? 1, 2, 3, 2. Можно, ладно. Ой-ой-ой. 2, 2. Что там, 7-8? Ай-я! 20-19. Thank you.
Хорошо. Мне это только на пользу. А я. Один. Раз, два.